занимаешься? Привет. Да так, скучаю, делать нечего. Понятно. Слушай, у меня есть клевая идея. Давай сегодня вместе видео снимем. Ух ты, здорово. Конечно, давай. А какое? Есть такой челлендж, называется «3 часа ночи». Он очень прикольный. Мы должны с тобой в 3 часа ночи выйти на улицу. И зачем мы туда пойдем? Ну как это зачем? Тебе разве не интересно посмотреть, что происходит ночью в нашем городе? Интересно. Тогда давай ровно в 3 часа ночи у Каштанового сквера, без опозданий. Договорились? Да, договорились. Я буду ровно в 3. Привет, друзья, сейчас без 10:03. Нужно вставать, одеваться, идти, чтобы не опоздать к 3 часам. Ой, а то Лиза будет нервничать и переживать. Фух, так странно ночью куда-то выходить. Может, я останусь, никуда не пойду? О, надо Лизе позвонить. Вдруг она передумала, и мы никуда не пойдем. Ку-ку, Лиз, ну что там, проснулась? Конечно, уже даже оделась и выхожу. О, все, тогда я тоже выхожу, давай. Как же я боюсь куда-то идти ночью, я даже из подъезда еще не вышла, уже боюсь. Надо поторопиться, чтобы не опоздать. Я пройду через двор, через арку. Так быстрее будет. Так, главное никого не бояться. Да и вообще, кого мне здесь бояться? Я же смелая девочка. Что это за звуки? Кто здесь? Лиза, а ты где? Уже подхожу. Слушай, а тебе не страшно? На меня только что чуть не напал. Тю, странно, почему она сбросила? Ладно, мне кажется, с ней все в порядке. Лиза, ты где? Тут только что такое произошло. Здесь просто ужас, что творится. Мне страшно. Я рядом. Я не вижу тебя. Где ты? Совсем близко, за углом. Кто это поет? Лиза, это ты? Лиза, что с тобой? Больше никогда не буду смотреть страшилки на ночь.
Какой ужас! Или это не сон?